Заборы снести. Ивановская природоохранная прокуратура внесла представление в городскую администрацию после обследования правого берега реки Уть. Проверку на отрезке от моста на улице Громобоя до площади Пушкина провели по обращениям граждан. Всего было обнаружено 12 заграждений, препятствующих свободному доступу к воде. По мнению прокуратуры, мэрия устраняется от своих обязанностей по обеспечению свободного доступа людей к реке. Приняты определенные меры к устранению этих нарушений. Работа активизирована. В настоящее время демонтировано 3 ограждения. На правом берегу реки Увать. Также нами было установлено, что некоторые хозяйствующие субъекты также установили ограждения на используемые территории. Заборы из металла вдоль линии берега установила ООО «Ткацкая фабрика». Аналогичное нарушение выявлено в деятельности ПАО «Т-Плюс», которая ранее эксплуатировала топливно-энергетический комплекс ТЭЦ-1. Теперь все заграждения должны быть снесены в установленном порядке.